Всем доброго, меня зовут Александр. АБЦ-шное издание. Это написано «Моторовые возы». В общем, такая штука, дрюка, типа самодвижущиеся экипажи. Ну, типа трамвая на дизеле, наверное, без электричества. Очень простая модель, вообще простая. Внутрянки нет, окна нарисованы, все нарисовано, она вот такой будет коробухой. Меня что заинтересовало, что вот такой зимний пейзаж. Мне казалось, что это будет, ну, так симпатично и забавно. Вот красивый такой. Вот там челдобрики всякие стоят. Вот. Так все это на, в принципе, на одном листе диарамка, на одном листе вот этот вот моторовый воз, который я там посмотрел. Матрис, в общем, называется. Это не паровоз, поэтому не так уж больно интересно. Мне как бы не очень интересно матрисы были, но я говорю, мне вот показалось интересным, что вот зимний пейзаж. Вот я только из-за него думаю, ну сделаю. Такая простая коробуха. Посмотрим, что получится. Это вот двойная офиска. Деталь 6, она еще будет склеиваться. Еще пополам будет 4 слоя. Эта подошва будет такая достаточно плотная, нормальная. Для боковин двойная офиска вполне хватит, потому что тут будет стоять снизу формирующая и сверху. Вот эта верхняя часть, она будет, я так понял, что приклеивается вот так. И на нее будет наклеиваться крыша. Не думаю довести ее тоже до 4 слоев. Ну, 2 что-то мне не очень-то понравилось, слишком тонкое. Что касается крыши, 2 слоя, наверное, хватит. Она будет вот так вот выгибаться. И думаю, вполне прочности хватит. Она такая арочного типа будет. То есть, ну, прочная достаточно. Это пока откладываем, это склеиваем и эту утолщаем. Вот эти детали, я думаю, хватит двойного и будем склеивать. Она будет квадратная, тоже устойчивая фигура. Ой, квадратная, треугольная в сечении. Треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура, так что будет, думаю, нормально. Это от крыши деталь. Это там, что там, будка водителя или не знаю, что там сверху там стоит. Надо будет еще посмотреть, почитать. Думаю, тоже будет достаточно, потому что она будет… Хотя посмотрю, может, я толще сделаю. Думаю, что достаточно уже у меня все под прессом полежало. И можно уже собирать. Будем собирать сам этот корпус. Двойная офиска. 4 слоя. 4 слоя. Тут я сделал по-хитрому. Сделал клапана. Оставил однослойный или двуслойный, уже не помню. Вот эти. На кашу наклеил. Это который будет стоять здесь вот внизу. По периметру и какие-то там штуки-дрюки. Двойная офиска. Сейчас все это дело соберем. Здесь тоже вот оставил клапана. Вот я приклеил. Вот так, чтобы клапана сгибались и не гнуть картон толстый. Для начала решил я склеить сам вот этот кузов. Почему-то у меня повело вот так вот его дугой. Единственный плюс, что обе части у меня вот, то есть такие будут одинаково выгнуты. То есть ни одна не вогнутая, вторая выгнутая, и не обе вогнутые, а вот такой. Стоял у него бензиновый двигатель, оказывается. Кабина была
Вот здесь вот сверху на крыше потом покажу, а внутри даже туалет был. О как. Вот я приклеил вот эти две части, и теперь, так, и теперь я приклею все это дело вот сюда, вот так вот. По очереди, думаю, приклеить одну, а потом уже к ней как-то присобачивать другую, и потом все это дело замкнуть. И сверху уже поставить вот эту вот вещь. Сверху поставить вот эту вещь. Сюда будет уже клеиться крыша, да. Так это я и сделаю. Думаю, пока до конца не склею, вот оно пока в таком виде, начать устанавливать сверху вот эту верхнюю часть, пока мне будет удобно выправлять. И аккуратненько это склеить. Нашел вот буквально на медне, уже начал когда собирать, вариант вот этого же, этой же моторисы, но с внутрянкой. То есть прорезанные окна, тут вот эти вот кресла для лавки для этих пассажиров. Но этот вариант вот такой глухой, что ж не выкидывать. Ладно, соберу. Потом, может быть, на диорамке просто поменяю, может быть. Хотелось бы, конечно, собрать второй вариант, но видно будет. Ну, мы собираем сейчас пока этот, поэтому собираем этот. Да, вот забыл показать, что вот здесь немножечко пролетело. И примерно на сколько тут? Полмиллиметра, миллиметр оно не совпадает. Как-нибудь. Но это я склею, и потом буду находить выход из положения. Надо было, наверное, знать ее бы, так вот эту вот сдвинул бы еще чуть-чуть на четверть миллиметра, и одинаковое было бы расстояние тут и тут. Ну да фиг с ним. Все равно будет стоять на рельсах, и особо заметно не будет. Процесс. Я вообще думаю, приклеить ее, а вот этой потом захлопнуть. Подумал, а ведь можно было клапана не вовнутрь загонять, а сверху поставить. Вот. Ну ладно, внутрь так внутрь. И захлопну. Вот так рабуха. Она симметричная. Почти. Из рубрики «Это интересно». Так как тут стоял двигатель бензиновый шестицилиндровый с планетарной коробкой передач, и чтобы вот он ехал сюда и поехал обратно в обратном направлении, приходилось заглушать двигатель, с помощью там набора кулачков перенастраивать этот двигатель, опять заводить, и тогда он мог уже ехать в обратном направлении. Дрон. Вот. Собрал. И теперь думаю поставить крышу для начала. Сначала решил приклеить центральную часть. Одну приклеил, вторую почти тоже. И думаю, что можно приклеивать снизу вот этот вот там типа рама, что ли, будет. Так, подкрашивать я ее собираюсь сталью, акрилом. Вот я одну уже подмазал. Буду ставить. Пытался вот разобраться с этими колесами. Здесь вот нарисованы. Так, где они? Господи. 18, 19. 17, 18, 19. Вот. Так. Тут. Такой слоеный пирог из трех.
И вот, в общем, нашел я 19, да? И думаю, что это 4 слоя получилось. Офиски, он думает, зря. Можно было и 2. То есть пополам склеить и все. А 18 я так и не обнаружил. Вот 17. И потом смотрю, как клеится. С этой стороны приклеится 16-15. То есть это вот эти вот. А с этой стороны приклеится 17. Это вот это. И никакого 18-го. Нет. Искал деталь 18. Тоже что-то не очень нашел. Не то чтобы не очень, а не нашел. Конечно, поищу, но, по-моему, нафиг не нужно. Потому что эта деталь вот приклеивается, это уже на вот эти. Вот под них белые оставлены, вот под эти штуки. А на эту деталь приклеивается 17, то есть вот это. А эта сторона уже приклеивается вот сюда. Ну пусть будет так. Обыскал себе колеса. Думаю, блин, а колес-то нет. Нет колес. Пока не сообразил, что вот это вот и есть колеса. Елки-палки, вот я поставил на место. Одну пару. Потом примерил. Да, точно, это колеса. Сделал я их тут тонкие, не миллиметр. Ну да ладно. Такие так такие. В общем, вот это вот колеса и есть. Можно было вот это сделать по толще. Но эту я приклеил, не будет же у меня одни толстые, вторые тонкие. Пусть будут такие. Ладно. Теперь, что касается вот этой штуки, наверное, я ее сейчас срежу и сниму. То есть я сначала поставлю колеса, вот эту вот вещь. А потом уже буду вот борт вот этот обклеивать. Так, наверное, будет лучше. Вот приклеил колеса. Оторвал вот эту фигню, раму. Колеса приклеил, на колеса поставил. Смотрю, вот здесь вот 2 окна. Здесь окно. Вот здесь, наверное, и был этот туалет. С закрашенным вот этим вот. Теперь осталось приклеить обратно вот эту раму. Надо ее маленечко чуть будет там где-то подрезать, урезать. И подогнать по месту, поставить. И останется тут у нас что? Тут лесенки и будка водителя. А, и фары всякие. Ну, вот мелочевка. Из крупняка только будка водителя. И потом всякая мелочевка вот в виде фар, лестниц. Ну и прочего такого. А, и тут как на железных дорогах вот эти вот блины вот эти торчат. И в принципе и все. Приклеена вот эта башня водителя. Скатал я из чека вот такую вот трубу. Она у меня примерно получается 1,5 миллиметра. Вот, 1,5 миллиметра примерно. Это чек по длине 3,5 сантиметра. Я такую трубку скатал. Так, теперь есть вот такая вот вещь. Ничего ум не придумал, как намотать ее вот на вот эту трубку. Штырь вот этот. Вот в таком виде. Сверху приклею вот эту штуку. И это будет вот вентиляция. Вот здесь вот. Здесь вот как раз по размерам, и она будет 1,2. Вообще-то я ее для других целей катал, но использовал для этого.
Теперь я ее покрашу сталью, серебром. С одного конца намотаю вот такую вот. Потом оставлю примерно, может, миллиметр-полтора вот этот серебряный. И вот этот блин приклею с другой стороны. Вот их 4 штуки, вот они будут стоять вот тут вот. Раз, два, три. Раз, два. Три, четыре. Сделал я эту полосу. Наклеил на еще один офиску. Чтобы она была потолще. Вот ее приклеил вот на вот это вот. Теперь отрезать вот эти вот шайбы. Так, вот она будет приклеиваться. И думаю оставить тут миллиметр, ну может быть полтора. Вот этой вот самой как бы стали. И туда приклеить шайбу. После чего можно будет приклеивать уже. Так вот. Забыл. Вот фары. Я их наклеил на кашу. На пол миллиметра. Думаю, что вполне этого достаточно. Вот я одну приклеил. Можно и до миллиметра, конечно, может быть, довести. Но, по-моему, она и такая вполне нормально. Светлым серебром борта на ней закрасил. Теперь надо это все дело, все 4 штуки приклеить. И вот в собранном виде вот эта шляпа вот такая. Ее надо поставить вот сюда. Так, так, так. В принципе, можно было фарой до миллиметра довести. Хотя. Ладно. Устанавливается все в одну кучу. Если у меня получилось вот так, потому что я клапана все срезал. Вот не знаю, может быть. Да не может быть, а, наверное, вот это вот сталью все это дело так затереть. И теперь осталось приклеить. Thanks. Вот такая штука. Это на лбу фонарь, а во лбу звезда горит. И такая наборная штука. Вот крючок. И я так полагаю, что это сцепка. Это у меня, ну, как бы сказать, две офиски. Двойной слой. А это... Получается 4 офиски. То есть я сделал 2, потом еще пополам согнул. Фонарь то же самое. С этой стороны я вот уже вот это вот приклеил. Вот он фонарик. Или что это такое? F там что-то. Должен быть фонарь. Или P, или это там горит. Ну, короче, не важно. Может и не фонарь. Ну, короче, вот это вот деталь. И вот я сцепку вот сделал вот так вот. Края еще осталось подмазать мне серебряночкой, и все будет клево. И еще две детали. Я вот как-то думал, что это такое. 26, 27, и по этой посмотрел, они где-то вот так вот как-то сбоку стоят. В общем, и вот это вот как бы и все. Будет полностью сделана вот эта вот моториса. Одновагонная такая железнодорожное средство перевозки людей с бензиновым двигателем. Конкретно вот это с бензиновым двигателем, но может быть и с дизельным. Это такая моториса, это вот она из себя такую штуку представляет. Готовая моториса. Вот эти вот вещи
Приклеил так, не знаю, посмотрел на схеме сборки, как они стоят, фиг его знает. На рисунке посмотрел, фиг его знает. Ну, вроде как так. Что это такое? Черт его знает. Может быть, я вот сейчас подумал, может это дворники вот так вот были. А я их как-то по-дурацки сделал. Ну вот, смотрю я, вот 26-27, и вот фиг его знает. Чего это? В общем, приклеил так. Что-то такое, не знаю. А их и так не особо заметно. Ну, наверное, надо было все-таки как дворники их приклеить. Может, оторвать реально, как дворники их залепить. Ну, в общем, все. Матрица готова. Можно отставить в сторону, заняться самой этой диарамкой подставки. Можно уже собирать подставочку, эту диарамку. Все-таки вид мне нравится, красивый. Наклеится все это дело на картон. Здесь тоже я приклею на картон. Вот эту часть на картон белую. И такие картонные отдельные. Вот эти части потом все это дело сверну. Вот так. Здесь еще какая-то подошва. Ну, тут я ее не вижу. Я вот наклеил на кашу. Вот эту часть. Вот красиво получается. Ничего не зацепило. На кашу наклеил вот эту часть. И теперь надо еще проклеить 9 миллиметров вот сюда вот. Свернуть. И чтобы меня вот не вело вот эту часть, я сделаю 2-3 слоя тоже 9 миллиметровых. И сделаю вот такой вот буквой. Вот такой галочкой. Бац-бац. Выровняю вот эту вот подошву, чтобы меня не гуляло. А, и сами шпалы я тоже на кашу все это дело наклеил. И вот думаю, что рельсы, может, я и не буду делать. Может, так вот прорежу, досогну их. Выгну вот это. Вот это вот синее, серое, вот это рельсы. А сверху, может быть, полоску 2-миллиметровую можно будет наклеить. Но это я уже потом... Потом буду смотреть. Но думаю, что отдельно рельсы, может быть, делать и не стоит. Достаточно одной таблетки. Сейчас согну и посмотрю. Если колеса станут на них, то значит нормально. Приклеил центральную часть пути. Обрезал вот эти вот серые штуки, а вот эти я обрезать не буду, это отсюда, ни с одной, ни со второй, потому что я примерил и разбег, ну, расстояние здесь получается оно чуть больше, колеса будут захватывать практически вот по одной серой и здесь по второй серой. Поэтому, ну, будет так. Я не буду здесь увеличивать рельсы. Но будет все... Ну, эти шпалы. Будет все, как предложено. Вот укрепление. Вот я все это дело приклеил. Но мне как-то не очень это симпатично. Во-первых, получились... Это вроде как городская ЖДшка. Хотя, конечно, это не трамвайные пути, но как-то они выше, как-то чернее, шпал не видно. В общем, какой-то диссонанс получается. Хотя сам вид, конечно, прикольный. Я вот поставил. Ну, в общем-то, смотрится неплохо.
когда в сборе. Тут еще будут всякие человечки стоять, поэтому, ну, может быть, как-то еще скрасят. Ну, без вот этого, без моториса, сами рельсы, как-то они как бельмо на глазу. Ну да ладно, фиксим. Вот заготовка под рамку. Она у меня же будет на стенке висеть. Мерил, недомерил, получилось вот так, ну да и фиг с ним. На стенку приклею, она чуть-чуть вот так вот выгнет. Блин, ладно. Нашел я досточки вот с такими дефектами. Клево, мне нравится, когда вот всякие сучочки, там всякая ерунда. И думал я, каким цветом покрасить. Либо вот ярко этой лиственницей. Вроде как, чтобы светлый такой был фон. Либо черный палисандр. Но решил, что сделаю я дубом. Причем на несколько слоев, чтобы он такой темный дуб был. Осуществил задуманное. Это вот дуб этот в несколько слоев. Я его там морилку эту использовал. Но это я уже наждачкой затер, зашлифовал. И вот цвет офигенный, мне понравился. И здесь он будет смотреться клево. Он не темный, не палисандр черный, а такой темный, деревянный. Теперь осталось это приклеить. Да, здесь вот я дырку высверлил. Крепление на стену, на гвоздь. Теперь надо приклеить и приклеить челдобреков ожидающих. Ну и вот диорамка закончена. Человеки стоят, ждут. Блин, нравится мне такой этот темный цвет, клево я сделал. Моториса приехала, пассажиры ожидают. Симпатичная штучка получилась. Вот на этом данное видео закончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.